Зараз ми будемо говорити про подорожі, про ті місця, де ви ще ніколи не були, як зібратися з думками та як потрібно готуватися. І знає про все це Сергій Барсук, фахівець з самостійних подорожей. Пане Сергій вже багато де побував, розкажете сьогодні про свої пригоди, про те, як ви вирішили зробити своє життя вже такою подорожжю. І чому саме це спало на думку для вас? Добрий день, Сергій. Здравствуйте. Не знаю, как решил. На самом деле это просто какое-то такое хобби, которое переросло постепенно в образ жизни. То есть мне еще, когда я был маленьким, нравилось куда-то там уезжать, когда мы с родителями куда-то ехали, я не знаю, к бабушке на море. Вот дорога для меня был как процесс, не конечная цель, а сам процесс. Ну и когда уже появилась возможность самостоятельно куда-то путешествовать, я начал выбираться. Сначала это были какие-то локальные места по Украине, нравилось смотреть новые города. Постепенно хочется же большего. И побывав первый раз там где-то за пределами Украины, я понял, насколько все может отличаться. Культура, образ жизни, образ мысли, вообще поведение людей, ну, кухня, ну, много-много-много факторов. И появилась своеобразная такая жажда к этим приключениям. Сначала это были какие-то короткие поездки, потом более какие-то длительные, на месяц я куда-то уезжал. И вот самый длительный, наверное, такой был, это вот в районе полугода. Я застрял в Южной Корее на момент пандемии. Ну, это было как осознанное больше решение. Uh-huh. Когда президент наш объявил, что у вас есть 3 дня, чтобы вернуться домой, я такой думаю, да не, это 3 дня как раз, чтобы не возвращаться домой. И потом на этом основании я ходил, продлевал каждый месяц пребывания, чтобы легально находиться. И это дало мне возможность прожить в другой стране полгода. Тобто ви зупинились просто вимушено, так, але так з'ясували для себе, що це, можливо, був якийсь шанс для якогось пізнання себе з іншого боку, можливо, так, щоб подивитися на країну, на людей, які там живуть, щоб зрозуміти, можливо, їхній менталітет. І люди, коли все це дізнаються про все це, так, вони змінюються, вони стають іншими. Вони розуміють, що ті наші переживання, наші втрати чи те, що ми отримуємо, нічого не варті, насправді. Тому що можна подивитись на життя інакше. От, як смотрите, сталося є у вас? Разные аспекты. Когда ты бываешь в каких-то странах, там, в Индии, в Непале, я в Индии был, я не помню, 3 или 4 раза, и я и путешествовал по ней автобусами, поездами, самолетами, на мотоцикле, там было несколько тысяч километров проехал. И ты видишь вот страны с их худшей стороны, ты с одной стороны понимаешь, насколько у нас все хорошо. Но когда ты бываешь в каких-то более цивилизованных странах, в странах, где у людей другой менталитет, ну, та же Южная Корея, Япония, я не знаю, Гонконг для меня, ну, вот какие-то такие страны, которые я люблю из азиатских, ну, европейские страны, там, те, которые более цивилизованные, ты понимаешь, что... Мы отстали. Да. Набагато. Поэтому, с одной стороны, ты черпаешь эмоции такие, что люди учатся жить счастливо в тех условиях, в которых они живут. Там какие-то ребята, которые живут в шалаше в Индии, построенном там из мешков с песком, мусора, остатков шифера, еще чего-то. И они улыбаются, и они довольны жизнью. И они, ну, какой-то позитив все равно несут. И до развитых цивилизованных стран, где ментальность у людей по сравнению с нашей, ну, на порядок, я не знаю, лучше, хуже, нельзя так говорить, но которая нравится Инш. Мне больше, да, другая, mm-hmm. и мне больше она нравится. Их отношение к вещам, к жизни, к каким-то материальным ценностям, возможно, опять же, потому что страны обеспечены и, соответственно, к материальным ценностям другое отношение. А какое самое? Ну вот инше, это какое? Чему же ты вот так для... Ну, пример, который мне нравится, вот я пробыл в Южной Корее, это был не первый раз, когда я там побывал, но я видел случай, когда человек там выпивший уснул с пакетом денег. И люди, что не, они вызвали полицию, потому что это небезопасно. Uh-huh. Или там рядом с нами был случай, когда ребята
ну, там определенная система вывоза мусора, и ребята, ну, уборщики мусора в мусоре нашли конверт с деньгами. Они на конверте адрес посмотрели, поднялись и говорят, вы деньги случайно выкинули. Ну, то есть, понятно, что там уровень сознания другой или уровень там материального достатка. То есть, когда ты неплохо зарабатываешь, то тебе проще быть порядочным, наверное, так. Но у них и в сознании так, да, там есть как бы плохие люди и так далее. Но там вот как-то по-другому. Я не слышал случаев там каких-то, я не знаю, грабежей прям откровенных, каких-то, ну, когда смотришь там новости и то негативное, что у них происходит, это либо глобальное что-то, политика, конфликт с соседней Северной Кореей, либо, я не знаю, там несколько дней подряд крутили ролик о том, что люди не остановились на требования полиции, начали от нее уезжать, и потом открыли машину, выбежали, разбежались. И это было событие из разряда вон выходящее, которое показывали на новостях, там, ну, не местные, а по всей стране, в общем. Ну, естественно, это оказались иммигранты, как неудивительно. Да, звучало. Поэтому, когда ты там находишься и чувствуешь себя в какой-то безопасности, в таком коконе комфорта социального, то понимаешь, что это очень круто на самом деле. Куди вам не хочется повертатись? У меня есть страны, в которых у меня были какие-то негативные ситуации, негативный опыт, но я от этого не отталкиваюсь, поэтому я в любую из посещенных стран, если у меня будет возможность или необходимость такая, я без проблем вернусь. Вот прям там, где что-то случалось, все равно мне нравилось и что-то хорошее. Я стараюсь выносить положительное только. Все одно, що залишити. Звичайно, так не буває, щоб все було погано. Так? Конечно, конечно. Але, можливо, знаєте, як то кажуть, так насолили, що вже не повернусь туди. К щастю, таких каких-то ситуацій у мене не було. А куди хочеться повертатись неодноразово і хочеться навіть жити там? Є такі країни. Знаєте, от де би я ні був, от очень много мест, которые мне нравятся, но, возможно, я себя не вижу там жизни там из-за какой-то ментальности, может, каких-то, опять же, банальных языковых барьеров, либо еще чего-то, потому что там ты все равно себя чувствуешь гостем. Возможно, к этому привыкаешь и начинаешь интегрировать себя в это общество. Но на данный момент сказать, чтобы я хотел куда-то уехать и жить, ну, наверное, нет такого. Uh-huh. Мне больше нравится возможность в любой момент куда-то уехать и жить здесь. А как вы все это решаете? Багато людей хочет подорожувати, але, як то кажуть, нема можливостей, так? Немає коштів, фінансової такої спроможності, тому що це, кажуть, дорого дуже, так? Це перше таке. Інша ситуація – це коли є якісь зобов'язання тут, і ти маєш тут знаходитись, тобто знайти ще час треба, так? Взяти відпустку і так далі. Якщо людина прив'язана, вона цього зробити не може. Як ви все це вирішили? Радикальним методом, скажімо так. Во-первых, я не прив'язан здесь, в плані того, що у мене нет сім'ї на даний момент, соответственно, я відповідаю тільки за себе. Це не панацея, то есть это не подходит для всех, но я свою жизнь, в силу того, что мне этого хочется, я свою жизнь каким-то образом настроил так, что я могу себе это позволить в первую очередь в голове. Потому что наши многие люди говорят, это дорого, я не готов, но у них есть какой-то образ того, что нужно накопить вот такую сумму денег, прийти в турагентство, купить путевку, поехать, а там все дорого. Ну, отчасти это так. Но, с другой стороны, если вы хотите, вы же всегда можете найти возможность поступить по-другому. Очень много вариантов. Я знаю много ребят, которые путешествовали просто с рюкзаками, автостопом, какие-то вписки через сайты, где принимают гостей, люди, ночевки, я не знаю, в спальных мешках. У меня... Но это небезопасно. Да, но мне кажется, есть такие страны, в которых это делать безопаснее, чем у нас вечером пройтись самому и где-то телефон дорогой лишний раз в подворотне достать. Поэтому все условно. Я не говорю, что это абсолютно безопасно и так нужно делать всем, но я спал где угодно, в аэропортах, в каких-то
просто, я не знаю, на улице вот так вот просто каремат, спальный мешок на парковке автомобилей, ноги под машину и спишь. Дождь начался, ага. Перевернулся на живот. Вы Если готовы? Есть желание, можно делать что угодно. Найти свою зону комфорта и делать. Есть программы, когда вот я какое-то время в Корее в хостеле волонтером просто был. Угу. Мы нашли хостел, в котором предложили остаться волонтером. И это частая практика, когда требуются волонтеры, за это тебе предоставляют ночлег, еду, а ты где-то что-то помогаешь. У меня так друг путешествовал по Индии, по разным волонтерским программам в разных штатах, побыл там, там, там. Вот он несколько месяцев так передвигался по Индии. По сути, ему нужны были деньги на какие-то билеты, ну и доехать туда. Угу. У меня есть друг, который доехал автостопом до Таиланда за полгода. А скажіть, от ви готові ж морально, так, до всіх неприємностей? Ви з собою берете рюкзак, ви берете з собою спальний мішок, це обов'язково, так, повинно бути? Про всяк випадок? Ні? Не завжди. Бувають різні путешествия, ну, звісно, коли ти розумієш формат путешествий, то ти розумієш, що тобі потрібно брати з собою. На самом деле, сильно багато брати плохо. Важко ж, носити мало, це треба постійно. Тоже мало плохо, теж. Да. Угу. Може щось пригодиться, чого у тебе нет. Нужно вибирати какую-то золотую середину і, ну, понимать, куди ти їдеш. У нас ще проблема, я не знаю, от нашої какой-то постсоветской ментальності, що наші люди приїжджають і рассчитывают на то, що их будут понимать без знания английского, рассчитывают на то, что их поведение... Я как раз хотела запитать, якою мовою вы здесь спілкуетесь? У меня плохой английский. А как вы говорите? Вот на плохом английском, так и говорю. Хочется досконалить. Были ситуации, когда действительно там недостаток коммуникации вызывали сложности, но раз я здесь сижу, значит, все нормально, добрался, все решилось. Живий-здоровий Сергій Барсук, звичайно. А як ви? У вас же був, може, телефон, може, там, можна ж якось зробити, наприклад, перекласти в перекладачеві, показати людині, що ви хотіли сказати, її мовою приблизно, так? І вже буде якийсь контакт налагоджений. Сейчас технології дозволяють. Коли я починав путешествовать, то такої можливості не було. Сейчас з комунікацією проще. Ти приїхав, я не знаю, там купил какую-то местную симку, либо подключился к Wi-Fi, перевел, что тебе нужно, загуглил, поискал, показал. То есть сейчас очень много вариантов всяких лайфхаков, которые облегчают тебе путешествие. А когда раньше ты без знаний, ну, английского не было вообще никакого у меня уровня, там какие-то фразы из фильмов посредственные, и не было там каких-то приложений, которые тебе помогали искать авиабилеты, не было каких-то там карт с метками, рекомендаций огромного числа в соцсетях и везде блогов о путешествиях. И первые поездки там какие-то в Индию куда-то, я так сразу несколько стран посетил, а потом Індія, Китай, у мене були такі длительні місячні поїздки, от це, звісно, було дуже весело. Я собі уявляю, як ви там спілкувалися і що робили, але ж мені здається, що ви знайдете вихід з будь-якої ситуації. Якщо ви можете спати десь біля автомобіля, десь там у спальному мішку, то вже зрозуміло, що ви готові до всього, і, мабуть, у вашому житті траплялися різні ситуації. Так? А бували якісь неприємності? Ну, я не знаю, там, де вас могли там в поліцейський відділок забрати, чи щось там запідозрити, чи таке траплялося? На самом деле, ну, наверное, прям глобальных таких ситуаций нет, не было. Ну, было там элементарщина какая-то, когда я в другой стране, у меня украли куртку с паспортом, но я, опять же, исходя из опыта, у меня загранпаспорта два, и я их храню в разных местах. Когда езжу, я всегда езжу с двумя, и два храню в разных местах. Один в рюкзаке, там, другой в сумке. Бачите, скільки є? Это мелкий нюанс, но он, да, но он решает много проблем. Даже было, когда я длительно нахожусь в одной стране, и мне нужно следующую визу делать, я отправлял второй паспорт почтой, мне делали японскую визу, она мне возвращалась, и как-то так. Ну, то есть было, что я паспорт с собой там не взял, меня на улице остановило. Были какие-то там, ну, мелкие правонарушения в плане там в метро не заплатили, где-то там штраф выписали. Но глобального ничего. Я стараюсь, приехав в чужую страну, то, о чем я начал говорить, наша ментальность, мы ее привозим везде с собой. Но так делать не всегда стоит и зачастую не стоит. То есть, когда ты едешь в страну, ты должен ознакомиться с ее какими-то, я не знаю, традициями, религией.
не знаю, устоями. И иногда не нужно делать те вещи, которые у нас нормальные. Угу. И иногда нужно узнать, чем ты можешь оскорбить там, чувства угу. тех людей, которые там живут. Вот я стараюсь это соблюдать, как бы быть достойным представителем своей страны за ее пределами. Угу. Если все-таки я что-то натворил, меня спрашивают, откуда, я вот соседнее государство называю, говорю, что я оттуда, да. Ось такий Сергій Барсук. Ну що ж, я так думаю, що ви знайдете те, що шукаєте в тих різних країнах, куди ви подорожуєте. Можливо, є щось, якийсь секрет, про який ви сьогодні ще не сказали. Не знаю, але мені здається, що те, що ви знаходите в тих усіх подорожах, воно збагачує вас. І ви стаєте саме тим Сергієм, до якого прагнете дійти. Тому хочеться побажати вам вдалих подорожей. Звичайно, дякуємо за ті історії, якими ви поділилися з нашими глядачами. Сподіваюся, що вони будуть корисними і ті лайфхаки, якими ви користуєтесь, так, ті два паспорти, наприклад, чи щось іще. Справді, потрібно, якщо їдемо кудись, розуміти, що то інша країна з іншими культурними цінностями, зі своїм менталітетом, зі своїми мешканцями, які теж хочуть спокійно, врівноважено жити, і щоб, звичайно, не порушити отих всяких різних ситуацій, так, щоб ми теж були достойними представниками своєї країни. Звичайно, взяли звідти краще для себе. Да. Дякуємо вам. Спасибо. Ну що ж, прощаємось вже до понеділка. Хочеться побажати вам гарних вихідних. Не примикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.